8 августа. Быстренько пробегусь сейчас по помидорам. Что у нас здесь выросло? А выросла дикая роза. Очень похож на алтайский, такой же приплюснутый. Хороший сорт, можно сажать. Завязалась. Раз, два, три, четыре кисти завязалась. Может быть, и пятый тут один помидорчик есть, но не видно. Да, четыре кисти хватит с головы. Дикой розы. Три куста. Вот все три куста. Очень даже симпатичные. На вершине тоже есть плодик. И вверху, и внизу плодики есть. И достаточно неболезненный с листвой. Хотя в большой теплице тут все помидоры с листвой. Тут болезнь не так бушует, не так бушевала, как в маленькой теплице. Хотя помидоры вот уже до самой крыши. Внизу я срезала, где плоды, там я листву всю срезала. Потому что пошла вот такая радость. Надо будет сегодня тоже пройтись, еще срезать то, что продолжает болеть. Причем болеет именно внизу. Наверху. Тьфу-тьфу-тьфу, пока. Но сегодня еще 26, а на этой неделе уже обещают 13-14 днем. И вот грусть, тоска будет, конечно. Я это уже предвижу, но ничего не поделаешь с природой. Так, малиновый слон помидоры. Еще пока, вот если дикая роза. Кстати, тут один куст не дикой розы попался. Один куст, более мелкие помидорки. Два куста явно дикой розы. Приплюснутые, видно по ним сортовые признаки. Вот какой здоровяк висит. Вот. А третий куст попался какой-то пересорт. У него он низкорослый. Эти же высокорослые, а он низкорослый. И он маленькие помидорки у него. Но зато он уже спеет, потому что дикая роза на 8 августа еще не поспела. Так, малиновый слон. Малиновый слон на 8 августа и не думает зреть. Лежат даже нижние кисти совсем зеленые. Картофельная листва в потолок ростом. Не скажу, что много помидоров, но может быть очень вкусный. Вот малиновый слон, кстати, поспел. Один на той стороне. Ну, большой грамм, наверное, на 200 помидор. Малиновый слон завязался до самого верха. Раз. Не все завязали до самого верха. Но некоторые завязались до самого верха малиновый слон. Так. Потом пошел оранжевый любимый. Оранжевый любимый. Это три малиновых слона. Вот они, видно, они зеленые. Вот начинает спеть первый. Но они тоже приплюснутые. Тоже похожи на алтайский шедевр. Вот такие интересные плоды. Но на вкус до сих пор непонятно какие. Их, конечно, много. Много и крупный малиновый слон. Ну, оранжевый любимый. Тут без вариантов. В этом году, на удивление, завязалась не только нижняя кисть, но и средняя, и верхняя. По 3-4 кисти завязались. Вот, раз завязалась, два, три, четыре. Четыре кисти. Вот, и тут тоже раз, вот там в глубине два, вот три, четыре, пять. Даже пять кистей завязалось. В этом году оранжевый любимый завязался. Конечно, он... Из-за того, что все крупные помидоры, у него сверху каждый помидор, наверное, на полкило. Вот этот вот висит. Вот. Насколько он? Мне кажется, он вообще на килограмм будет. Вот. По сравнению с моей рукой. Вот моя рука. Вот на уровне, да? На уровне. Вот. Вот этот здоровяк. Вот он лежит у меня на руке. Как бы так снять, чтобы было видно. Вот он лежит у меня на руке. Он даже в объектив у меня не влезает. То есть он очень большой, крупный, вкусный.
Но из-за того, что он крупный и висит, может быть, его нужно подвязывать. У него верхняя часть достаточно твердая, жилистая. Приходится ее срезать, но оставшаяся часть очень вкусная. Семена, купленные на рынке. Вот так вот. Дальше пошел малиновый неалтайский. Он низкорослый, малиновый неалтайский. Прям вот совсем низкорослый. Все завязывается. Листвы очень много, ботвы. Достаточно здоровая, помидор много. Вот он малиновый, вкусный. Без полоски вообще. Малиновый неалтайский сажаем. Так все сажаем, вот все хорошие. Так, потом должен пойти желток. Это значит, это все малиновый неалтайский. Вот, еще зреет малиновый неалтайский. Тоже получается без пятна. Тоже хороший. А вот пошел желток. Ну, желток это просто чудо. У него ни пятна нету. Ни уплотнений возле плодоножки. Он ранний. Он невысокий. Он среднерослый. Он мне по грудь, наверное. Да, он по грудь. Практически не болеет, листвы полно. Плоды. Ну, плоды просто бомба. И тоже купленные на семена. Семена на рынке. Точнее, помидор куплен на рынке. Тот, который понравился, с него взяли семена. Его продолжаем выращивать. Вот он этот. То есть желток, это самый большой показатель. Лучший показатель, что покупные семена – это покупные семена, а желток. А выбрать хороший плод на рынке, взять с него семена и растить. И будет, и всем будет счастье. Вот они, помидорки. Они чуть меньше, чем оранжевый любимый. Чуть меньше. Ну, это их ничем никак не портит. Потому что есть и очень крупные экземпляры. Так. Богата хата. Про него просто молодец, могу сказать. И малиновый неалтайский опять. Богата хата. Очень хороший помидор. Ранее с него уже собрали много. Малиновый неалтайский тоже замечательный. Растет с краю. Вот смотри, два куста. Это малиновый неалтайский. И это малиновый неалтайский. Но тут листики заболели. Многие уже срезаны, и поэтому лучше видны помидорки. А тут листики еще целы. Поэтому, чтобы найти помидорки, нужно, конечно, листики поубирать. Но помидоров тут очень много. Малиновый неалтайский, чудный помидор. Тоже. Купили один сорт семян в пакетике, вырос совсем другой сорт семян. Так, малиновый неалтайский. Потом опять богата хата. Тот самый, который ранний, у которого много кистей. Он не высокорослый, богата хата. Такой же, чуть выше, чем малиновый неалтайский. Помидоров в этом году на нем прилично. Так, потом дальше желтки пошли. Желток. Не буду останавливаться. Я про него уже много говорила. Так, желток. Ну вот как можно не останавливаться. Вот. И каждый плодик грамм по 200. Вот сколько тут висит? По 300. Там дыньки по 200 грамм. А тут вот такие кисточки. Вот две кисточки висят. Вот такие. Моя рука, которую не видно, держит помидорки. Так, пошел оранжевый любимый. Вот это, кстати,
желток. Ну вот как вот можно не влюбиться в такие помидоры. При том, что они же еще очень вкусные. Оранжевый любимый. Вот, начался. Это был желток. Вот на этом желтке даже штук посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Он, кстати, вырос больше в один стебель, этот желток. Ну, ведро, помидор на нем есть. Хорошее ведро. Так, оранжевый любимый. Не останавливаемся, проходим. Не останавливаемся. Сама себе говорю, и не могу не остановиться. Как можно не останавливаться, да? Вот, и тут такое чуденько. Вот он, малиновый слон пошел. Малиновый слон поспучил. По сравнению с оранжевым любимым, не такой слон. Вот на втором ярусе, на третьем ярусе.